Птеродактиль! Птеродактиль! Проснись! А? Что? Терекс, нельзя же так пугать! Я так и крылья мог переломать! Прости, мне срочно нужна твоя помощь! Ого! Что я могу для тебя сделать, Терекс? Мне очень нужен трицератопс, но я не могу его нигде найти! Понял, уже лечу! Терекс, ты наконец-то объяснишь, какой у тебя план? Ты всю дорогу молчал. Я скоро лопну от любопытства. Потерпи за урон немного. Сейчас придет трицератопс и все объясню. Не люблю говорить 100 раз одно и то же. Где же взять столько терпения? Давай быстрей, трицератопс! Тебя все ждут! Я слушаю тебя, Терекс! Зачем ты меня искал? Ух, трицератопс! Никогда тебя не видел таким уставшим. А я никогда не думал, что могу так быстро бегать. Просто птеродактиль сказал, что ты очень взволнован и тебе срочно нужна помощь. Это так. Ты, наверное, слышал, что Грога похитили. О, да. Весь лес только об этом и говорит. Так вот, мы нашли его! Да, это здорово! А где он? Почему его нет с вами? И где Мэгги? Грок готовится к свадьбе! О, Мэгги наконец-то согласилась! Вот умничка! Они такая хорошая пара! Рад за них! Нет, трицератопс, все не так! Грога похитила хозяйка долины холмов и собирается выйти замуж за него. А что, Грог, согласен? Его никто не спрашивал. Ничего не понимаю. Там эта царица таких огромных размеров, что даже слово против сказать страшно. Поэтому Грогу ничего не остается, как жениться на ней. А Мэгги? Где она? Она попыталась сразиться с этой гигантской дамой и тоже попала в плен. И что теперь делать? У меня есть одна идея. Нам срочно нужно разбудить Гранда. Поэтому я и искал тебя. Ты сможешь подобрать нужные травы, чтобы он проснулся? Да нет проблем. Это просто. А зачем тебе Грант понадобился? Как же? Эта царица Тираннозавриха ищет себе мужа и отца для своих будущих детишек. Но Грок для нее слишком маленький. Хотя она почему-то этого не понимает. А вот Грант как раз то, что ей надо. Мы приведем Гранда, и она отпустит Грога. Отличная идея, Терекс. И как я сам до этого не додумался. Я понимаю, что нам надо спешить, поэтому не будем терять время. Пошли. А нужные травы я соберу по дороге.
Вот эта пещера, где спит Грант. Мне как-то страшно. Мне тоже не по себе. Но выбора у нас нет. Пошли! Ты чего-нибудь видишь, Трицератопс? Нет, но кажется, нащупал Гранда. Вот его нос, глаза, а вот и рот. Почему ты молчишь, Трицератопс? Траву запихиваю в рот. Все, идем быстрее отсюда. Почему он не просыпается? Может, ты травы перепутал? Или засунул их в ухо, или в нос. Терпение, Тирекс. Вот, видишь, проснулся. Сейчас что-то будет. Это вы меня разбудили. Зачем? Я так хорошо спал. Что вам надо от меня? Мы нашли тебе жену. Чего? Ты издеваешься, Тирекс? Не надо со мной так шутить. Я могу и разозлиться, хотя я и так очень зол. Подожди злиться, выслушай меня. Ладно, у тебя есть 3 минуты, потом я тебя... Мне хватит. Грок, сегодня твоя свадьба с этой царицей. Не напоминай мне об этом, Мэгги. Это самый худший день в моей жизни. Это я во всем виновата. Ты-то тут при чем? А при том, что если бы я в тот день, когда ты предложил выйти за тебя замуж, согласилась, то ничего этого не произошло бы. Но это произошло, и ты упустила свое счастье. Пошли, Грок. Все готово. Страж, развяжи его. Иди вперед, а я пойду сзади, чтобы ты не сбежал. Как ты можешь так? Он же тебя не любит, и ты его не любишь. А у меня выбора другого нет. Есть! Есть у тебя выбор! Посмотри! Посмотри назад! Ого! Вот это красота! Вот это тираннозавр! Thank you.
же ты молчишь? Я потерял дар речи от такой неожиданности. Ты так прекрасна. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ты стала моей женой. Ой, ты такой милый. Может, прогуляемся? Конечно. Спасибо, Тирекс. Благодарю, Тирекс, за урон и все, кто помог нам. Надеюсь, они будут счастливы. А может, меня кто-нибудь развяжет? Ух, я уже бегу. Так что, Мэгги, ты выйдешь за меня замуж? Да, Грок, конечно. Ох, неужели этот непутевый остепенится и станет примерным семьянином и папашей? Как-то мне даже не верится. Не забудьте, сегодня вечером состоится свадьба Грога и Мэгги. Мы обязательно придем. Всех приглашаю на свадьбу Мэгги и Грога. Ну, наконец-то! Даже не верится, что самый большой любитель прекрасных дам выбрал себе единственную и неповторимую. Я думал, этого никогда не случится. Согласен. Что с тобой, Тирекс? Ты как будто не рад. Рад, только предчувствия какие-то нехорошие. Да расслабься уже. Погуляем на свадьбе, отдохнем, повеселимся. Да, ты прав. Кора, привет. Ты вечером идешь на свадьбу? На чью? Как на чью? Грок и Мэгги сегодня вечером женятся. Как? Не может быть. Все-таки эта противная Мэгги добилась своего. Не злись так, подруга. Я рада за них. Грок должен быть со мной, а не с ней. Я гораздо красивее Мэгги. И никогда не обижала Грога. А она сколько издевалась над ним. Это несправедливо. Она не заслужила быть женой Грога. Ты куда, Кора? Вернись! Мэгги, ты такая красивая! Спасибо, Марта! Ох, я так волнуюсь! Какие-то мысли странные в голову лезут! А вдруг Грок передумает в последний момент? А вдруг... Это нормально! Все невесты волнуются. И вы волновались? Конечно. Ух, нужно найти себе какое-нибудь занятие, а то я так с ума сойду. Вот так. Надеюсь, тете Мэгги понравится. Какая красота тут у вас. Только уберите мак. У Мэгги на них сильная аллергия. Ой, а мы не знали. Сейчас уберем. Маки, значит, не любит наша невеста. Хорошо.
Привет, Грок! Привет, привет! Я всех предупредил! Скоро все гости соберутся! Ты как, готов к новой жизни? Готов, но я так волнуюсь! Вдруг Мэгги передумает в последний момент? А может, землетрясение случится? Или... Стоп, стоп, стоп! У тебя от переживаний крыша так поедет! Придумай лучше себе занятие. Может, поохотимся? Я не голоден. Тогда давай. Спасибо тебе, птеродактиль. Но я бы хотел побыть немного один. Как скажешь. Но только не забудь про время и не опаздывай. Апчи! Апчи! Все готово к свадьбе. Осталось дождаться жениха и невесту. Я схожу за Мэгги. Апчи! 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 Мэгги, что с тобой? Ты нездорова? Апчи! Я не знаю. Мне вдруг резко... Апчи! Стало трудно дышать. Наверное, это от волнения. Апчи! Держись, девочка. Я схожу за трицератопсом. Я уже сам пришел. Наклонись, Мэгги. Я посмотрю твои глаза. Что с ней, трицератопс? Очень похоже на аллергию. Ты что сегодня ела? Ничего, от переживаний. Апчи! Кусок в горло не лезет. Значит, поблизости где-то маг. Только на него у тебя такая реакция. Апчи! Но откуда он здесь взялся? Я специально искала место подальше от этих цветов. Сегодня дети откуда-то его принесли для украшения. Но я их попросил унести маг. Может, они где-то бросили его поблизости. Надо все здесь осмотреть. Апчи! Я нашла! И правда, маг! Ох уж эти дети! Птеродактиль! Отнеси этот маг подальше куда-нибудь! Все сделаю! Честно говоря, я не думаю, что это дети подложили цветок Мэгги. А кто же? Тот, кто не хочет, чтобы она выходила замуж за Грога. О чем вы тут шепчетесь? Говорим, что пора идти. Ты как? Все в порядке. Я готова. Пора. О нет, только не трогай моего малыша. Он еще совсем маленький.
что у вас случилось? Ох, бедненький. Прошу, не трогай его. Да я и не собираюсь. У меня сегодня самый счастливый день в моей жизни. Давай я помогу тебе, малыш. Спасибо тебе, тираннозавр. Да не за что. И будь осторожен в следующий раз. Почему Грога нет? Может, он передумал? Успокойся. Как он мог передумать, если столько времени добивался тебя? Сейчас он придет. Не придет. Он лежит в лесу без сознания. Что? Грог, милый. Грог, Грог, что с тобой? Трицератопс, здесь следы от укуса. Может, его кобра укусила? Грог, очнись, прошу тебя. Не похоже на укус змеи. Трицератопс, сделай что-нибудь. Грог, милый. Как ты же меня напугал? Что вы так кричите, милая леди? Так и оглохнуть можно. Милая леди, Грог, ты как себя чувствуешь? Ты уже давно меня так не называл. А мы знакомы? Что? Беда, беда! Все яйца пропали! И чего все молчат? Тихо ты! Думаю, Терексу нужно время, чтобы успокоиться и принять решение, что делать дальше. Понял, молчу. Значит так, Мэгги, Трицератопс и гиганотозавр остаются здесь и выясняют, что произошло с Грогом. Извините, что перебиваю. Кто такой этот Грог? Это ты. Ясно. Вернее, не очень. Ну ладно. Все остальные идут со мной искать яйца. Вопросы есть? Вообще-то да. И их много. На них тебе ответят Мэгги и Трицератопс. Пошли. Я правильно понял.
что ты Мэгги, а ты Трицератопс. Да, Грок. Вы такая грустная, милая леди. У вас что-то случилось? Я могу чем-то помочь? Случилось. Ну хватит издеваться надо мной, Грок. Ну почему я такая несчастная? Успокойся, Мэгги. Слезами тут не поможешь. Надо постараться выяснить, чьи это следы укуса на теле Грога. Я думаю, именно из-за них он потерял память. Грок, ляж, пожалуйста, на бок. Я еще раз осмотрю твои раны. Ладно. А ты лекарь, что ли, Трицератопс? Да, и надеюсь, что смогу тебе помочь. Мы обошли все места, где были украдены яйца. И никаких следов, чтобы понять, кто это мог сделать. Я думаю, что это цератозавр. А мне кажется, карнотавры. Я не согласен с тобой, Марс. Ведь это именно цератозавр и раньше воровал яйца. Чтобы из вылупившихся динозавров воспитать воинов и завоевать все земли. Да, но сам он их не воровал. Ему помогли карнотавры. А карнотавры и раньше попадались на краже яиц. Так что я на стороне Марса. Тирекс, а ты что думаешь? Это мог быть кто угодно. И цератозавры, и карнотавры, и тот, о ком мы вообще не думаем даже. Единственное, что меня смущает, это то, что нет никаких следов на земле. Должна быть хотя бы трава притоптана, а здесь ничего. Драконы? Не знаю, но очень на это похоже. Я всегда им не доверял. Я не думаю, что это наши друзья с острова драконов украли. Им это не нужно. Может, какой-то новый тут появился дракон? Наверняка карнотавры объединились с тем драконом из долины холмов. Как его там? Страж их царицы. Точно. Надо срочно выдвигаться в долину холмов. Там все яйца. Ну же, Тирекс, пошли. Чего время зря терять? Нет, надо идти к Черной реке. Ты в своем уме? Оттуда еще никто не возвращался. С чего ты вообще взял, что нам туда? Чутье подсказывает. Если кто-то не хочет идти к Черной реке, пусть не идет. Я пойму и не буду осуждать. Это действительно очень опасно. Но я пойду. Кто со мной? Хорошо. Если я не вернусь, главным в долине динозавров становится гигантозавр, пока вы не выберете нового лидера. Я пошел. Надеюсь, еще увидимся. Стойте, Рекс! Я с тобой. Я тоже. И меня подождите. Нет, Алмаз, не ходи туда. Спокойно. Марс, береги маму. Глупый поступок. Не слушают меня,
Надо идти в долину холмов. Зря мы отпустили Грога одного на охоту. Надо было пойти с ним. Перестань, Мэгги. Он же не маленький ребенок. Мы не можем ходить за ним по пятам. Можем. Я могу. Тихо. Слышишь? Нет. Здесь кто-то есть. Эй, кто здесь? А ну, выходи. О, обед сам пришел ко мне. У меня такое первый раз. Простите, мне очень страшно, но я все равно хочу вам рассказать кое-что про тираннозавра, вашего жениха. Про Грога? Что ты знаешь? Вы только потом не ешьте меня, пожалуйста. У меня маленький сыночек. Договорились. Говори. Я видела, как из кустов выпрыгнула гигантская темная крыса и укусила Грога. И после этого он упал и потерял сознание. Все. Спасибо тебе. И я пойду? Конечно, мы же договорились. Стой! Скажи, а почему ты нам это рассказала? Я могла тебя съесть. Грог спас моего малыша, когда тот провалился в яму. И я захотела отблагодарить его за это, рассказав вам про то, кто его укусил. Это был очень смелый поступок. Укус гигантской темной крысы? Я с таким никогда не сталкивался. Ты можешь вылечить Грога? Пока не знаю. А зачем меня лечить? Я здоров. И прекрасно себя чувствую. Но ты ничего не помнишь, даже имени своего. Это да, но в этом есть и плюсы. Можно жизнь начать с чистого листа. Грог, я слышала, что ты нездоров. А по-моему, выглядишь просто прекрасно. Спасибо, очаровательная леди. Может, прогуляемся? А то я здесь ничего не помню. Конечно. Пошли, я тебе все покажу. Грог! Грог! Как же так? Чего ты стоишь, как истукан? Не дай ему уйти. Но как? Он же сам ушел. Он выбрал ее, а не меня. Как он мог? Он же ничего не помнит. Ты должна ему помочь, а не обвинять. Если любишь его, конечно. Сейчас все зависит только от тебя, Мэгги. Я все поняла. Я буду бороться за свое счастье. Вот и молодец. Куда дальше пойдем? Направо или налево? Куда скажешь? Вы никуда не пойдете. Это почему? Ты проиграла, Мэгги. Смирись с этим и оставь нас в покое. Не дождешься. Пошли, Грог, хватит слушать уже.
эту ненормальную. Пошли, пошли. У нас впереди много интересного. Грок, тебе необходимо лечение и помощь. А Трицератопс лучший в своем деле. Он поможет тебе все вспомнить. И у нас все будет по-прежнему. Мы снова станем счастливы вместе. Прошу тебя, пойдем. Ты только не плачь. Я не выношу, когда дамы плачут. Да оставь ее, Грок. Пусть ревет. Грок, Мэгги права. Пошли с нами. Что же мне делать? Передо мной две очень очаровательные леди, которые зовут меня в разные стороны. Не могу же я разорваться. И не надо разрываться, Грок. Надо лечиться. Я постараюсь тебе вернуть память, а потом ты уже сам разберешься со своими дамами. Согласен? Да, ты прав, Трицератопс. Прости, я пойду с Мэгги и Трицератопсом. А как же я? А ты иди домой и больше не появляйся здесь. Пошли, Грок. Ладно, Мэгги, я просто так не сдамся. Мы еще посмотрим, кто кого. Привет, подруженька. Нужна твоя помощь. Отвези меня, пожалуйста, на остров изгоев. Знаешь, где это? Отвезешь? Давай, поплыли. Я готова. Эту траву, а может лучше эту? Нет, что-то не так. Фу, темная крыса. Может, где-то я про нее уже слышал. Но где? Давай, Трицератопс, думай, вспоминай. Спасибо. Только не уплывай далеко. Я скоро вернусь. Надеюсь, этот остров не очень большой, и я быстро их найду. Приятно находиться. И запах такой тяжелый. Прям голова начинает болеть.
Вот и они. Наконец-то. Кора, какими судьбами? Тебя тоже отправили жить на этот остров? Что ты натворила? Я сама сюда приплыла. Да ты просто ненормальная. Сюда по своей воле никто не приплывает. Это такое ужасное место. Зачем ты здесь? Я приплыла за вами. Мне нужна ваша помощь. Поможете? И я вытащу вас с этого острова. О, а ты дама серьезная. Что мы должны делать? Я слышала, что на этом острове растет динозавровый корень. Я хочу, чтобы вы его нашли и принесли в долину динозавров. Да, я слышал про него. Что за корень? Я ничего не знаю. Если этот корень положить рядом с динозаврами, они свирепеют и становятся такими агрессивными, что готовы порвать друг друга на кусочки. А как же мы его тогда сможем доставить в долину динозавров? Мы же с тобой передеремся. Ты прав. Успокойтесь. Этот корень действует только на тираннозавров так. Остальные динозавры могут стать просто немного раздражительные. Или вообще ничего не почувствуют. Ну что, вы согласны? Конечно. А как мы выберемся с этого острова? Я сейчас вернусь на акуле в долину динозавров. А потом пришлю ее за вами. А мы не можем сразу все поплыть, чтобы время зря не терять. Нет. Почему? Потому что я тоже тираннозавр. И если окажусь рядом с этим корнем, то порву на кусочки и вас, и акулу. Понятно? И теперь да. Все, я уплываю. А вы ищите корень. А когда приплывете в долину динозавров, спрячьте его рядом с Мэгги и Грогом. Как скажешь. А тебе это зачем, если не секрет? Секрет. Ну что за дела? Терпеть не могу эти поездки на акуле. Это так укачивает. Вставай, вставай, пока нас никто не увидел. По-моему, они что-то задумали. И явно недоброе. Здесь живут Грог, а рядом Мэгги. Давай спрячем корень. Только быстрей, а то Грог уже возвращается. Я стараюсь. Помоги же мне. Давай. Ой, мамочки, только бы успеть. Все готово. Бежим. Ох, устал. Надо отдохнуть немного и пойду на охоту. Грог, я принесла тебе травы, которые дал трицератопс.
Съешь их, пожалуйста. Чувствую себя травоядным. Они тебе помогут. Я же сказал, что не люблю травы. А я сказала, что они тебе помогут. И не кричи на меня. Ты всего лишь тираннозавриха. И не смей перечить мне, тираннозавру. Что? Да как ты смеешь? Что здесь происходит? Остановитесь! Перестаньте! Ой. Что же делать? Ой. Ой, мамочки, они же поубивают друг друга! Птеродактиль! Птеродактиль! Беги скорее за Тирексом! А что, собственно, случилось? А ты не видишь? Я не могу их разнять! Лети, приведи его скорей! Все понял, уже лечу! А это еще что такое? Неужели динозавровый корень? Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.